Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать про такую вот программу P2P, что ли она называется? Да, BZ. Вот, то есть она такая же, как Surfanger вот эту. Прокручивает рекламу, только здесь появляется реклама в верхнем углу, здесь вот вверху. Здесь получается вот она внизу, видите, вот как раз реклама. Секунды бегут, бежит время, 15 секунд, оно проходит, и вам деньги зачисляются. После этого крестик нажимаете, все. Так, это я вот в личный кабинет просто зашел, чтобы вам показать здесь тоже. Вот она, открывается внизу, то есть вот посмотрели, закрыли, все, деньги вам зачислены. Вот мои просмотры, она еще только-только открывается, эта программа, я так понял. Еще рекламы совсем немножко. Но здесь тоже было немножко рекламы. Вот видите, сегодня всего 3 просмотра я сделал. 46 копеек у меня заработано уже. Вот, 3 дня назад я зарегистрировался. Но я редко заходил что-то в эти дни. Вот. И вот получается, сколько заработал. Видите, вот она статистика. 3 копейки, 3 копейки, 3 копейки, тут это даже 4 было копейки. Реклама. Короче, не знаю. Вот ссылку я кинул внизу, как всегда. Вот. То есть реклама здесь получается просто в левом нижнем углу, вернее. В этой программе получается реклама здесь. То есть видите, здесь вот тоже уже 106 рублей заколотил. Сегодня вот 35 просмотров было. Здесь повторяю, что она только-только открылась, эта программа, этот канал. И еще слишком мало, видать, рекламы. Ну, здесь тоже так же начиналось. Со временем и здесь будет нормально. То есть, скажем, работаете здесь, вот видите, реклама появилась. Работаете, здесь, скажем, 100 рублей накапало, здесь 100 рублей накапало. Что вам плохо, что ли? Вот. Вот видите, сегодня 36 просмотров, 83 копейки. Причем я сегодня мало совсем включал. Нет, не работал фактически в интернете. Потому что стало очень много здесь рекламы. Так, ну на этом все, в принципе. Все понятно. Также просто говорю, реклама появляется вот здесь, вот левый нижний угол. Посмотрели, 15 секунд прошло, закрыли. Не знаю, закрывать ее. Вот. Все. На этом. Спасибо большое. Подписывайтесь. Если вопросы, обращайтесь. Всегда помогу, чем могу. Спасибо за внимание. Всем пока.